Украинские гандболисты со скандалом закончили выступление в отборочном раунде чемпионата мира. Поединок против сборной Словении на площадке соперника закончился массовой дракой. Потасовка между игроками завязалась в конце матча. К этому моменту наша команда проиграла 14 очков. Украинская сторона заявляет, драку спровоцировали хозяева. На протяжении всей игры словенцы вели себя грубо. В Федерации гандбола Украины сообщили, что штрафные санкции по отношению к обеим командам еще не применяли. Как наказывать гандбольных боксеров, Международная федерация решит в ближайшие дни.